Не обидел. Тебе не нужно его бояться. Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно. Конечно. Пойдем. А может, ты возьмешь меня на плечи? Тогда пообещай не дергать за волосы. Обещаю. Ну, поехали. Милка, а ты что тут делаешь, негодница? Я? Ты ведь у нас в деревне, там никого. Я все объясню. Иди в сторонку, поиграй немного, хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил. Кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Можно и так сказать. Ты о ней позаботишься? По правде, лучше бы она с вами осталась. Забавно. Раньше люди умоляли, чтобы мы не забирали у них детей. Раньше такой нищеты и не было. У меня 4 внучат. Было 6. Прошлой зимой мы 2 похоронили. На супе из коры тяжело прожить. Возьми деньги. Это на еду. Только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете... Так много? Пусть вас боги хранят, сударь-ведьмак. Пусть они вас не оставят. Ну, мне пора. Уже? А почему? Такая судьба у ведьмака. Всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка, пойдем купим немного муки. Тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна?
Спасите нас, добрая госпожа. Что ж нам делать-то без нашей коровушки? Жальтесь, госпожа. Что ж нам делать-то без нашей коровушки? Хочешь так залазить, правее лишь нету и ловушек. Пусть Болька лезет. Он и так уже на одну ногу хромой, так что много не потеряет. Жалкое зрелище. Сколько мне еще ждать?
Туманник, гуль, кладбищенская баба. Интересно, почему он не отдал трофеи? Наверное, тогда его тоже пытались обмануть. Гроза, мать ее.
гнездо гулей, надо его уничтожить. Но! Thank you.
Антон. Который месяц, все та же песня. Вот иди туда, там и живи. Но там... Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбажор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста! Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с мукой. Жальтесь. Дайте мне выиграть. Я не поддамся. Если хочешь выиграть, придется меня победить. Как мы и ожидали, ведьмак навалял люлей рыбажору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Неплохо, неплохо. Теперь можешь попытать счастье с юношем или с кузнецом из корчмы на распутье. Чтобы хоть мой старик не сидел... Рыбажор, чего тебе еще? Я должен был выиграть, но не хочу, чтобы твоя семья умирала с голоду. Держи кошель. Ух, ну, спасибо вам, мастер. Может, мне старика к ручью послать? А ну как поймает чего? Чего? Предлагаю сыграть в гвинт. Thank you.
Чего? Покажи свои товары. Бывай. Поди с глаз давай. Скучно тебе. Хорошенького понемножку. Ну, да. Ну не разорваться же мне. Так это и есть тот ведьмак страшила. Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Приветствую. Покажи свои товары. Bye-bye.